Свет, камера, мотор. Что бы ни случилось, улыбаемся, ведь на нас смотрят миллионы. Сегодня нам в лапы попалась свежая игра в жанре симулятора жестокого реалити-шоу. Чуть как-то кисло. Давайте еще раз. Сегодня нам в лапы попалась свежая игра в жанре симулятора жестокого реалити-шоу. Так-то лучше. Большие пальцы вверх. Держим, не опускаем, я посчитаю, сколько из вас обрадованы новостью. Вышеназванный жанр по неизвестным причинам набирает обороты. Только за минувшие пару месяцев вышли Half Dead и Watch This. И везде у нас недалекое будущее, падение интереса к спорту, либо проблемы с системой исполнения наказаний. Новый виток в развитии индустрии развлечений. Непрерывная и жестокая гонка телеканалов за рейтингом, зрителей за зрелищами, а участников за славой и деньгами. И сколько еще фильмов на эту тему в последние годы? А может быть, просто к этому у нас все и катится? Ведь процентов 60 из фантастики 20 века уже давно сбылось. И ого, как сбылось местами. Так или иначе, наш сегодняшний гость – игра Killing Room от чешской студии Elder Games. Как Killing Floor, только Killing Room. Смеетесь? У нас такая же реакция была. Ну, никакой фантазии у продюсеров. Игра представляет собой этакий экшен-РПГ от первого лица. У нашего персонажа изначально парочка рандомно сгенерированных личных особенностей. На вроде длинных рук, позволяющих брать предметы на расстоянии. И стандартных характеристик, среди которых извечные здоровье, выносливость, скорость, точность, шанс критической атаки и так далее. Которые в определенный момент игры мы сможем повышать. И не только за счет доступных очков, но и нося с собой различные предметы, считай артефакты, но о них чуть позже. Итак, мы попадаем в 20 октября 2150 года. Уже неплохо. Становимся участником бескомпромиссного и не знающего равных реалити-шоу «Смертельная комната» на канале Кровища ТВ. Ей-богу, если каждое название переводить, куда веселее становится. Мы продвигаемся из комнаты в комнату к выходу, где нас ждет огромный и опасный босс, которого нужно победить в схватке, чтобы выйти наружу живым. И богатым. По пути к выходу мы будем уничтожать врагов поменьше, но всегда превосходящих нас числом. Находить деньги, оружие и артефакты, которые помогут нам либо навредят в зависимости от свойств. Иногда попадаются и вовсе бесполезные, не дающие никакого эффекта. Попав в очередную комнату, выйти из нее сможем только вперед ногами. Или размолов в труху всех своих противников. Классика. От условных старта до финиша продвигаться можно нелинейно, выбирая пойти в комнату налево или в туалет направо. Ты шуточки свои сортирные, брось давай. Окей. Так вот, открывать можно любую из дверей. Та, что подсвечена зеленой надписью «Выход», ведет в сторону выхода с уровня, как ни странно. Вот это поворот! Ну, то есть по направлению к боссу. А боковые могут вести к смертоносным ловушкам или полезным бонусам, например, к роботу, торгующему артефактами, аптечками и броней. Абсолютно каждая комната от прохождения к прохождению будет выглядеть немножко по-другому. И встретит вас новыми врагами и ловушками, опять же сгенерированными случайно. А каждый раз погибнув, мы начинаем в лице нового участника шоу. Механика точь-в-точь, как в Lost Castle, обзор на которую мы уже делали ранее. С одним отличием, что некоторые предметы сохраняются в вашем инвентаре и продолжают давать бонусы или вредить каждому последующему персонажу. А приобретенные навыки и характеристики, напротив, обнуляются. До тех пор, пока не завершил уровень, в очищенные комнаты можно вернуться, собрать, что не собрал, например. Кстати, посещение необязательных боковых ответвлений комнат, помимо прочего, немного повышают твой рейтинг, а продвижение напрямую к выходу понижают.
Ах да, совсем забыл сказать. Рейтинг, или иными словами популярность, важнейшая динамическая характеристика в игре. Все, что мы делаем ради любви зрителей. И ради денег, конечно, но насладиться ими вы просто не успеете, если ваш рейтинг сильно упадет. Потому как долго не проживете. В конце уровня зрители награждают вас, либо наказывают в зависимости от рейтинга на момент подведения итогов. И судить, как наказать или поощрить игрока за зрелище, могут не только виртуальные зрители, но и реальные, наблюдающие трансляцию с сайта игры. Действительно напоминает реалити-шоу. Неплохо придумано. Игровой процесс бодро напоминает старичков жанра экшен Serious Sam и Painkiller. Даже накалом не уступает порой. Только умирать приходится куда чаще. Все так же идешь по коридору, никого не трогаешь, патроны и аптечки собираешь про запас. Заходишь в следующий зал, и вот на тебя уже несется орда какой-то гротескной нечисти, жаждущей порвать в клочья. Отбиваться от которой придется быстро, жестко, с применением всего, что имеется под рукой, и не задерживаясь на месте больше секунды-двух. Якобы специально генетически созданные для шоу монстры, насмешка чьего-то воспаленного воображения, на них вроде и без улыбки смотреть невозможно, но и смотреть очень быстро станет нечем, если будешь стоять как вкопанный и улыбиться. Про ловушки не зря было сказано выше. В комнатах в хаотичном порядке валяются шипованные пластины и здоровенные медвежьи капканы. Туда-сюда перемещаются лучи лазеров, бьют струи напалма, раскачиваются бритвенно-острые лезвия маятники. И еще бог весь что, ведь до конца игры мы пока не доходили. Но чем дальше, тем больше. Помимо того, что аптечки, броню, боеприпасы и различные предметы можно купить в редких местах за деньги либо репутацию, на уровне попадаются нехитрые схроны, спрятанные, так сказать, у всех на виду, в старые холодильники и гробы, почему-то закрытые на висячие замки. Странный выбор. Которые, кстати, можно вскрыть. Медвежатничество выполнено в виде мини-игры, и для него, конечно, требуются отмычки. По задумке, события происходят в башне-небоскребе Кровища ТВ в Брно, Чехия. К слову, именно там располагается студия разработчиков игры. Мило, ничего не скажешь. На данный момент в башне 8 игровых уровней, то есть 8 различных боссов, а также около 15 разновидностей рядовых противников, 25 видов оружия и более 150 тех самых всевозможных предметов с уникальными свойствами, включая редкие и легендарные. Кроме того, разработчики обещают поддерживать проект и далее, устраняя неполадки и добавляя бесплатный контент в виде новых комнат, оружия, врагов. Было бы здорово. Графика в игре радует. Хоть интерьер уровней и не богат разнообразием, отрисован отлично. Прекрасные визуальные эффекты. Все на уровне современных шутеров. Музыкальное оформление. В меню и во время схватки с боссом грохочет тяжелый металл. Для поддержания эпичности, видимо. Во время дежурных схваток и в спокойные моменты звучит мрачненькое, зловещее сопровождение, как в сюрвайвл-хоррорах. Управление простое и удобное, как в первом Half-Life. И все-то в игре ладненько да складненько, куда ни глянь. Хоть и заметно, что проект имеет относительно небольшой бюджет. Так и хочется вам ее посоветовать, тем более, что стоит копейки сущие. И что? Это все? Даже минусов нет? А все же поругать за что-то нужно. Например, за то, что интерактивности не хватает порой. Ведь в игре почти каждый предмет с пола можно взять в руки, повертеть и даже швырнуть во вражину. Но проку от этого никакого, урона не наносит, если только не бочки с горючим швырнул. Противники в ловушке не попадаются, а ведь было бы интересно активнее использовать окружение, так сказать, для более эффективной борьбы за выживание. Еще заметен досадный факт отсутствия кооператива в игре. И это даже не наше, а коллективное мнение сообщества игры.
Но раз уж разработчики пообещали проект не забрасывать, глядишь, откликнутся на мольбы. Оценку игре ставить будем? Не. Окей, тогда не видать ей от нас заслуженной пятерки. Конец эфира. Снято! Уносите трупы и приберитесь здесь.